Вітаю! З вами телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про Дніпропетровський художній музей, а також про детективну історію повернення картини музею США, яка вважалась 70 років десь зниклою. В нашій студії мистецтвознавець, заступник директора Дніпропетровського художнього музею Сергій Несмачний. Вітаю вас! Доброго дня! Сергій Несмачний – мистецтвознавець, заступник директора з наукової роботи Дніпропетровського художнього музею, освіта вища, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. Мистецтвознавець, критик, дослідник, викладач. Працює в музеї з 2003 року, здійснює наукову роботу з пошуку експонатів і комплектування фондів музею матеріалами з історії образотворчого мистецтва краю. Куратор виставок організовує підготовку всіх наукових видань музею. Улюблений фрукт – помело, хобі – футбол. Сергію, сьогодні будемо говорити насамперед про картину, так, про її історію. Художника Михайла Паніна «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричненою», яка під час Другої світової війни зникла з музею, так, і була взагалі в першій експозиції музею, це майже 100 років тому. Розкажіть, картина повернулася вже в Україну, і про цю картину розкажіть, і розкажіть взагалі, яка цінність її для музею. Даже не почти 100 лет, а более чем 100 лет, потому что наш музей был открыт как картинная галерея в 1914 году. И она была на самом деле в первой экспозиции среди 64 работ первых, которые стали основой коллекции этой галереи. Ну а сейчас уже 2020, поэтому больше, чем 100 лет. Набагато больше. Да, и все время... Она считалась, что она не просто пропала, что она уничтожена. Единственный документ, который остался после нее, это расписка, которая была написана немецким офицером в 1942 году, что в числе прочих работ они ее, эту работу, эту картину изымают из музея. Все то дальше... То есть это задокументовано, так? Да, есть расписка, документ, которая хранится в архиве музея. Видимо, немецкие офицеры были люди педантичные, поэтому... оставляли после себя вот такие следы. И после этого мы о ней ничего не знали, ее следы затерялись, и она считалась, что она не просто пропала, а что она уничтожена физически, потому что у нее был такой большой размер, время было неспокойное. Для чего ее забирали, не совсем понятно. Может быть, у нас некоторые работы из музея забирали, чтобы украшать другие там здания в нашем городе во время оккупации. Какие-то из них потом вернулись там к нам в музей, а это бесследно пропало. Але вона має таке наповнення, так серйозне. Може, розкажете, що це за полотно, так, що на ньому відображено, а нам його протранслюють? Ну, это отдельная большая, сложная, наверное, тема, потому что как вы сказали, эту картину написал художник Панин, тоже художник, который имеет большое значение для нашего и города, и музея, и вообще для основания профессионального художественного образования в нашем городе. И мы его и раньше к нему с пиететом относились, к Панину. Ну, а теперь получается, что он вообще вот разными ниточками связан с нашим городом и с нашим музеем. Эту картину мы получили... Картинная галерея Екатеринослава получила в 2014 году от Императорской академии художеств. И эта работа была дипломная работа Панина. Он там учился в то время. В нашем городе он тогда еще не жил. Он переехал только в 1925 году сюда. И ее среди некоторых, числа некоторых других дипломных работ, больших и, видимо, интересных, ее передали тогда, вот, чтобы... ну, я не знаю, как бы основать коллекцию музея. Потому что тогда вот активная группа художников в нашем городе, они писали письма в самые разные организации, коллекционерам, чтобы они что-то подарили в картинную галерею, чтобы вот как-то начала основываться коллекция и была такая более, наверное, интересная культурная жизнь в нашем городе. То есть наполнивали коллекцию новостворенного музея, так? И эта работа была финальная работа Панина в академии. Он...
Это была его дипломная работа, причем работа удачная. Он не просто получил звание художника, а еще получил малую золотую медаль за ее исполнение. Поэтому даже не видя работы, мы понимаем, что определенный уровень художественный, достаточно высокий у нее должен быть, раз его наградили такой высокой наградой. И потом эта картина попала в музей, в картинную галерею. Была в первой экспозиции его, которая в 2014 году располагалась в таком здании, назывался у нас «Скейтинг ринг». Сейчас этого здания нет. Насколько я понимаю, было на территории парка «Глобы». Парка «Глобы». Да. И как мы знаем, что музей очень, картинная галерея очень недолго проработала, потому что началась Первая мировая война, она закрылась сразу после этого. Але у вас є докази, у вас є фотографії цієї картинної галереї, і там саме на цих фотографіях є ця картина. Да, фотографії, як ця робота експонується, да, вони були, це було одне з доказательств, благодаря которым ми змогли ту картину получить обратно сейчас. У нас нет фотографий 2014 года, как она есть в экспозиции, но есть немножко позже, потому что картинная галерея уже после войны и после революции возродилась как художественный музей. И находилась тогда в доме Хлебникова, сейчас мы это знаем, здание как гостиница «Украина». Там в 7 залах располагалась экспозиция музея. И вот там она центральный экспонат зала исторического жанра, так называемого. И есть несколько фотографий. Мы поэтому понимаем, что она всегда во все времена входила в эти экспозиции. Была она во всех музейных путеводителях. Вот последний путеводитель музейный, где она упоминается, был 1940 года, когда уже музей открылся в том здании, еще раз, в третий раз, в котором он сейчас и находится, на улице Шевченко, 21. И вот в этом путеводителе он тоже есть. И поэтому мы понимаем, что она постоянно находила себе место в основной экспозиции музея, поэтому наверняка работа достойная. Ну, по сюжету сложная, наверное, потому что вообще образ Ивана Грозного, он был... К нему так сложно относились во все времена. Вот мы знаем, что, допустим, даже за самую, наверное, знаменитую картину с изображением Ивана Грозного, Репина, он подвергался от своих коллег обструкции, от передвижников, и поэтому, потому что сам образ настолько как бы сложный и с такой негативной нагрузкой, что просто предпочитали за него вообще не браться, чем показывать его под каким-либо вообще углом. Ну, почему Панин это сделал? Надо изучать. Не случайно... Еще для своей дипломной работы, так? Да, еще в такое время. Может быть, на самом деле это была как раз его своеобразная реакция на бурные события. Первая революция, вторая, вот между ними как раз эта работа писалась. Поэтому надо выяснять. Но я думаю, что это будет как раз интересный и важный новый, наверное, вот образ Ивана Грозного в этом ряду сложных образов. Коли вона до нас повернеться, ми наконец-то її побачимо. Так, так, картина ще не повернулася, вона зараз експонується в арсеналі, і там проходить виставка під назвою «Спецвантаж». «Спецвантаж», так, вірно. І скажіть, взагалі, хто знайшов картину? Як почався процес повернення? Це ви її знайшли, чи це вам зателефонували, написали, розкажіть? Ну, історія має вже длительність 2 роки. На музей, на музейну електронну почту написали письмо із аукціонного дому, который находится в городе Александрия, штат Вирджиния, в США. И вот они написали письмо такого содержания, что им, как это я понимаю, на реализацию поступила картина такая-то, Иван Грозный, и написанная художником Паниным, знаем ли мы что-нибудь об этой работе. То есть они выяснили, что Панин – это Екатеринослав, и поэтому как бы логично, что мы должны какую-то информацию иметь. И мы очень удивились, когда увидели, что это, видимо, именно наша работа, которая 60 с лишним лет вот отсутствовала в нашем городе. Это было очень удивительно. То есть никто не шукал, даже не сподевался, что она где-то есть, где-то экспонуется, так это, да, это, да, это, а мы не могли ее найти бы, даже если бы искали, потому что она какое-то продолжительное уже время находилась в одном частном доме в США. И вот как раз владельцы этого дома, семейная пара по фамилии Трейси, вот они тоже не знают, как эта картина попала в этот дом, потому что когда они его приобрели, то уже картина, тому, да, да, картина украшала интерьер этого дома. Поэтому вот как бы мы знаем, что она тогда появилась, уже точно была в США, знаем, что в 1942 году она
была изъята из коллекции музея. Ну а какой ее было, какая была судьба между 1942 и, не знаю, там, может быть, 1978 годом, мы вот не знаем. И совсем не зрозуміло, как она пересувалася, где она была все эти роки, как потрапила до США. Ну, так? Судя по тому, что подрамник у нее сейчас не родной, то, что видно, потому что холст немножко загнут у нее больше, чем положено там, то, наверное, ее перевозили в каком-то, сняли с подрамника и как рулон перевезли в США. Ну а как, какой у нее был путь сложный, это трудно себе представить даже. А чи є така ідея зараз якось, якимось чином провести розслідування і знайти власників того будинку, які жили до Трейсі, так? Визначити хоч якусь історію цієї картини, бо це ж насправді цікаво і дуже важливо, мабуть, для музею. Так, да, я думаю, що це дуже цікаво. Це має бути для окремого якогось дослідження тема путешествия картини Іван Грозний, виїзд перед опричниною. Путешествие по миру, скажем так. Но пока нам интересен больше другой вопрос и важен. Вот очень долго добивались, чтобы эта картина вернулась в Украину. Участвовали все в этом вопросе. Это было, мне кажется, дело чести для органов для краины, государственной мабуть, власти. Так? Да. Угу. Это и МЗС, и посольство в США, Украины. И там были задействованы и ФБР в этом расследовании, потому что это же надо было эту картину изъять, потом доказать, что она была, принадлежит кому-то другому, а не тем людям, которые ее продают. Потом те люди, которые являлись владельцами, они, за что тоже им большое спасибо, не стали предъявлять каких-то претензий, что заплатите нам компенсацию, мы вернем. Они в результате были рады, что они вернули не своє законним хазяїнам. Тобто перші емоції з цієї родини Трейсі, так, американської, було, вони були раді, так, що ви... Ну, да, удивлені і раді, в кінці концов, да. Поэтому она сейчас приехала в Украину, только сейчас, даже вот мы знаем, что выставка «Спецвантаж» в Мистецком арсенале, она открылась без этой картины, хотя она была как бы там центральным экспонатом. То есть было запизнание якось, так? Да, она все тяжело добиралась к нам. И в конце концов она приехала, ее уже в этом году отдельную презентацию для нее устроили, и ее сейчас экспонируют там. Ну, у нее состояние, конечно, очень печальное сейчас. Много утрат. Потом там неудачные какие-то реставрационные правки непрофессиональные были сделаны. Не родной подрамник, немного мы не видим того, что не все видим, что на холсте изображено. Поэтому хотя бы, я думаю, еще несколько месяцев пройдет, прежде чем она попадет в наш город, а может и больше, потому что... Тобто реставрувати будут там, сразу в Сразу после так? выставки должны ей заняться киевские реставраторы, они уже сделали акт осмотра, уже знают, что они хотят и могут с ней сделать. Поэтому я считаю, что это и правильно. После того, как ее почистят, укрепят, отреставрируют, только после этого, наверное, она вернется к нам в город. Ну и она готова будет для того, чтобы приехать до нас. Да, я думаю, что мы для нее устроим отдельную выставку. В конце концов, найдем для нее место и на постоянной основе, коли она такой музейный старожил была. И в конце концов, она займет свое достойное место. А что планируется? Какие події плануются? Вже є якісь заходи, які терміни? Ну, как минимум, мы планировали сделать именно выставку, посвященную... Ну, это не будет выставка, я думаю, одной картины. Скорее, это будет посвящена выставка Михаилу Панину и вот этой работе. Как бы вот такая она будет. Наверное, носить какой-то еще и такой, я не знаю, архивный, там, библиографический характер. Мы планировали, что эта выставка у нас должна быть в марте-апреле, но вот теперь в связи с новыми, так сказать, данными, наверное, будем как-то это все переносить чуть на попозже. Це дуже велике полотно, так? Воно більше за зріст людини. 2,30 на 2,70 у такого розміру. Задіяли, я так розумію, вантажний літак і ще якусь фуру, так, для того, щоб доставити до Києва. Ну, яким чином будуть сюди доставляти? Наскільки я знаю, вона приїхала в Австрію, і з Австрії її... Наверное, в Вену она приехала, скорее всего, сейчас боюсь ошибиться. Оттуда ее такая международная компания-перевозчик «Кунстранс», которая занимается именно перевозкой предметов искусства профессионально, они привезли ее в Киев. И вот дальше, я думаю, что они же, когда мы найдем средства, после реставрации доставят ее и в наш город. Поэтому у нее вот такой маршрут был.
Зрозуміло. Взагалі під час німецької окупації зникло в вашому музеї десь приблизно тисячі робіт, так? Тисячі картин. І, можливо, чи експонатів, точно не можу сказати. Можливо, тепер маєте ідеї для пошуку інших, начебто, знищених картин? Ну, я думаю, что это должна быть не наша личная инициатива одного музея, что это должна быть какая-то большая всеобщая программа, потому что таких были десятки и сотни тысяч втрачених експонатів, і не тільки не лише в Дніпрі, я так розумію. Не лише в Дніпрі, і не тільки во время Второї мирової війни, а й в другі теж времена. Поэтому это должна быть какая-то большая программа. И сейчас, по крайней мере, я знаю, что ведется идет попытка создать вот хотя бы реестр самых ценных потерянных экспонатов. Опять же, не везде так нам везет, как с Паниным, когда есть какой-то провинанс у картины, история. Мы точно знаем ее, там, допустим, все входящие и исходящие номера. Есть она в фотографиях, там, ну, то есть они много известны. А есть большая часть предметов, о которых известно очень мало, даже нет фотографий, поэтому их будет отыскать, я думаю, трудно. Но кое-что возвращалось в музей потом. Многие вещи, они были изъяты из коллекции, но из города не уехали. І потім вже місцеві жителі вже їх приносили. Так. А може якась історія? Є повернення? Ні, ну таких громких історій не було. Це були якісь більш не такі значительні предмети, не живопись. Приносили предмети декоративно-прикладного іскусства, фарфор, допустим, щось чуть-чуть возвращалось потім, після війни. Ну, таких примеров, конечно, не только у нас в городе, я думаю, что и в Украине таких примеров такого возврата такого большого, крупного предметы, экспонаты, я думаю, нет. Что-то возвращал Харьков из украденного тоже, там, Харьковский музей. Но там были еще более сложные ситуации, потому что владельцы настоящие требовали компенсации. Они уже искали на это средства. Нам в этом плане больше повезло. Я коли готувалася до нашої зустрічі, дивилась в інтернеті і бачила, що там є багато вже історій різного характеру, тобто наче хтось з музею знайшов цю картину, хоча ви розповідаєте інакше. Так, вже такі історії ходять про картину її повернення. А як взагалі сприймають містяни? Може, хтось вже звертається до вас, питає, коли повернеться картина, щоб прийти на експозицію, подивитись? Ну, я думаю, з-за того, що содержання у картини складне, історичний персонаж там зображений такий теж, ну, которого трудно, ну, так, какой-то, я не знаю, позитив. Ну, даже он однозначный, на самом деле. Как бы вряд ли его можно в какой-то, я не знаю, позитивном векторе как-то изображать и об этом говорить. Но, по большому счету, это все сопутствующие вопросы. Из нашего музея была похищена вещь. Она сейчас возвращается законному владельцу. Это главное. Дальше наша задача, под каким уже соусом ее показывать и нашим поклонникам изобразительного искусства презентовать. Поэтому я думаю, что вот это главное. Надо абстрагироваться от содержания, от нашего отношения к персонажу картины и, по крайней мере, нам в музее заниматься нашим музейным делом. Так. А взагалі автор картини Михайло Панін, він не лише історичний жанр, так? Це не лише його історичний жанр, в нього різні картини. І взагалі, що він писав? Чем еще ценна на самом деле эта картина? Тем, что очень мало работ есть самого художника Михаила Панина. Дело в том, что он больше известен как вот как раз активная такая творческая как личность, личность так, и как преподаватель. Да. Угу. Дело в том, что он как раз стоял у основания профессионального художественного образования в нашем городе. Он был первым директором, насколько я помню, художественного училища. А художественное училище образовалось на базе так называемого рабфака, где тоже как бы ходили, занимались люди живописью, и там как раз его тоже возглавлял это отделение, там Михаил Панин. Поэтому он был у основания училища и долго был его директором, а также он был у основания тоже нашей местной спилки художников, поэтому он очень важная для нашего города в этом плане персона. А вот как художника мы его почти не знаем. В нашем музее есть всего одна работа, портрет Чистякова, это его учитель в академии петербургской, и все, и больше ничего нет. Поэтому вот эта работа, безусловно, расширит наше понимание его как художника именно. Зрозуміло. Тепер давайте поговоримо про музей, якому вже в тому році виповнилося 105 років. Як він змінюється?
Ну, во-первых, он меняет свое, ну, как-то лицо, скажем так, потому что наконец-то у нас дошли руки до того, чтобы провести реэкспозицию нашей основной экспозиции. Наша основная экспозиция – это 4 зала на втором этаже музея. И вот уже 3 из них мы кардинально поменяли. Поменяли вообще подходы как-то к экспозиции, к нашей. До этого у нас, как и во всех других музеях, которые имели такое советское прошлое, была такая концепция, ну, условно говоря, малой Третьяковской галереи. То есть показать в своей экспозиции историю искусства, в его как бы развитии из того, что у тебя есть. Но время не стоит на месте, подходы меняются. Сейчас, наверное, главное для музея – это раскрыть потенциал его коллекции. А коллекция уже 105 лет, истории коллекции, она имеет свою ценность. И вот, наверное, этой задаче должен быть подчинен процесс построение основной экспозиции. Поэтому мы в основной экспозиции поменяли некоторые свои векторы. Вот, допустим, в прошлом году мы открыли зал, который, условно говоря, назвали «Западноевропейское искусство 17-го, первой половины 19 века». Этот раздел был в коллекции музея западноевропейского искусства, но он никогда не входил в основную экспозицию из-за того, что я вот рассказал, из-за такой концепции построения ее. Но мы решили, что он достоин этого и что он тоже является неотъемлемой большой частью развития искусства. Поэтому у нас вместо зала академического искусства Российской империи появился теперь такой гибридный зал, где у нас большая часть – это западноевропейское искусство того времени и часть искусства Российской империи того же времени. Точно так же, вот еще более, наверное, радикально, мы 2 года назад поменяли наш последний зал, который называется у нас теперь символизм модерн называется он у нас. Это там, где экспонуются картины Сапожникова. Да, так? Вот одно из наших, наверное, самых больших гордостей – это коллекция работ художника Михаила Сапожникова Екатеринославского, которая тоже стояла у истоков основания музея в свое время. И в нашем музее более 280 его есть работ. И основные 2 вот серии из 12 работ символических тоже у нас хранятся в музее. И вот пока мы не имеем возможности сделать для него отдельную локацию, мы тоже интегрировали его вот в историю развития искусства, и он занял свое место вот в этом зале, который называется «Модерн, авангард, символизм». Вот мы его так... А у вас, ще я знаю, зараз відбувається так багато інтерактивностей. І одна з них – це проєкт під назвою «Картина оживає». Розкажіть про нього. Ну, это был, скажем так, такой разовый пока, разовая акция была, но я думаю, что она первая была, но не последняя. Это в ночь музеев с помощью наших волонтеров, друзей, партнеров Академии «Шах», которые абсолютно... Как бы, акторы, так? Нет, которые на абсолютно безоплатной основе сделали нам такую видеоинсталляцию, где работа Михаила Сапожникова в «Затоці», она как бы, ну, скажем так, ожила, где они показали, как из этюда там, вида на Алушту появляется символическая картина такая. Вот такая была у нас акция под назвой «Картина оживая». Ну, а также было до этого тоже, наверное, под схожим названием, тоже у нас была акция, когда на ночь музеев у нас с помощью тоже друзей, волонтеров, там некоторые герои картины в своих костюмах, они вышли как бы с работы и гуляли среди нас во время там, ночи музеев. Поэтому ну, музей должен быть как бы с одной стороны и интересным, и занимательным, а с другой стороны, если ты хочешь чему-то научиться, можешь там чему-то научиться, увидеть что-то новое. Хочешь развлечься, должен иметь возможность развлечься и что-то интересное посмотреть там или поучаствовать в чем-то. Так, дійсно. У вас проводяться для дітей квести, селфі в музеї, проєкти. Що це нове і коли це відбувається, то може можна запросити. Музейне селфі відбувається прямо зараз. Можна прийти, себе телефоном без вспышки сфотографувати на фоні якоїсь картини, щоб це було, може бути, як-то уместно, цікаво. Соответствующим хэштегом там это сделать, запустить в Фейсбуке. И потом, я думаю, что мы определим
какой-то пул победителей, может быть, человека 3-5, и они все получат какие-то ценные призы. Может быть, музейные издания, пригласительные в музей. Там, в прошлом году мы давали пригласительный на год на все мероприятия музея. Поэтому это может быть и интересно, и полезно, в конце концов, для посетителей музея. Что еще интересного происходит? Еще нового планируется? Какие-то, может, про экспозиции расскажете? Да, запросите. Сейчас так у нас повелось в последнее время, я не знаю, хорошо это или плохо, что мы, может быть, это какое-то старое наследие, мы пытаемся какие-то события привязать к каким-то датам иногда. И вот, нормально. Да, может быть, это и хорошо, и нормально. Вот так мы последние 2 года отмечали ночь музеев, ну, соответственно, день музеев, открывая заново экспозиционные залы основной экспозиции нашей. И вот у нас... На очереди самый сложный зал, поделен на 2 части, где у нас сакральное искусство представлено и искусство украинское 18 века. Вот мы в этом году сейчас как раз активно занимаемся, и думаю, что к маю месяцу как раз мы к ночи музеев откроем ту часть, которая посвящена украинскому искусству 18 века. Это очень интересный раздел. Чем интересно? Тем, что Украины как отдельного государства не было. А искусство, которое отличается и от Запада, и от Востока, которое особенное, которое ни с чем не перепутаешь, было. Поэтому вот это очень интересный раздел, он очень небольшой по количеству работ, но я думаю, мы сделаем это интересно. Мы сейчас пытаемся найти для каждого зала свое какое-то цветовое решение, которое бы запомнилось. Вот, допустим, там зал у нас с западноевропейским искусством, у него такой, не знаю, терракотовый такой цвет. У зала с искусством передвижников у него такой серый цвет. Там для авангардистов мы нашли такой синий цвет, на фоне которого они выигрышно выглядят. Поэтому я думаю, что мы свой тоже какой-то колор такой найдем и для этого зала. Это будет так интересно. Це дійсно цікаво. А можливо, от після цих подій з поверненням картини Дніпропетровський художній музей став відомий не лише так в Україні і за кордоном. І взагалі, як ви співпрацюєте з владою місцевою? Так, можливо, вона більше стане звертати увагу на проблеми музею і допомагати якось. Ну, будемо надіятися, да. К сожалению, музеї, не тільки ми, а всі остальні, вони фінансуються по остаточному принципу і как бы, фінансують тільки основні видатки музею, щоб він просто существував. Музей ще должен розвиватися. Он должен пополнять коллекцию, он должен куда-то расти, как-то становиться более, не знаю, интересным, доступным. А без средств это все, конечно, сделать невозможно. Но я думаю, что мы будем идти по пути частного какого-то государственного партнерства. Что я имею в виду? То, что у любого музея у него должно быть, ну, как минимум, 3 статьи доходов. Это госфинансирование, понятно, то вот нас, допустим, ну, я не знаю, слово «содержит» не самое, наверное, какое-то адекватное. Підтримую. Да, областной совет, как коммунальный заклад культуры. Кроме того, мы что-то зарабатываем сами, какую-то часть бюджета. И также еще нужна 3-я часть, которая будет формироваться спонсорами и друзьями музея. Вот тогда, когда все это будет в гармонии, тогда музей может развиваться. Потому что ни один музей в мире, он себя сам содержать не может. Даже, не знаю, такой музей крупный, как Лувр, в котором постоянно... Дуже багата кількість людей. Очень много людей, да, не протолкнешься туда. И все равно он зарабатывает не больше 25% от своего бюджета. Поэтому мы понимаем, что как бы мы ни хотели, все равно будет какая-то часть дотационная. Но я думаю, что наша задача заработать себе на развитие. И мы так это и делаем, потому что все вот эти работы по смене экспозиции, они как раз за счет вот нами заработанных средств происходят. Спасибі вам за розповідь і бажаю вам успіху. А нагадаю, що в нашій студії був заступник директора Дніпропетровського художнього музею Сергій Несмачний. До побачення.